Поправки в главный финансовый документ сегодня рассмотрели члены профильного комитета Ил-Тумен. Следует отметить, что это вторые поправки в бюджет за 2016 год. По экономическим показателям общий объем внутреннего валового продукта увеличился на 8% по сравнению с прошлым годом. Инвестиции в основной капитал, в отличие от прошлого года, выросли на 61,2%. Также отмечается положительная тенденция роста поступлений налога на прибыль. Сумма увеличивается доходной части на 3,6 миллиарда рублей. Таких изменений нету. В основном идет увеличение на образование, на здравоохранение, на социалку и так далее. Еще финансирование сельского хозяйства тоже увеличивается. Таким образом, мы можем сказать, бюджет строго социально ориентирован.